За прошедшую неделю наркополицейские изъяли из незаконного оборота более 2,5 килограммов наркотических средств. Героин, гашиш, амфетамин и марихуана не поступили потребителям благодаря слаженной работе наркополицейских и их коллег из других правоохранительных органов. Один из схронов был обнаружен при содействии Ивановской таможни. Оперативникам удалось установить место, где злоумышленники хранили товар – более 1,5 килограммов марихуаны.